Дорогие друзья, большой-большой привет! Сегодня готовим очень вкусный, сытный салат с курицей и грибами к празднику. Для начала давайте приготовим грибы. Вот здесь у меня шампиньоны, они были заморожены, я их разморозила. Ставлю сразу же разогреваться сковородку и мелко нашинкую лук. На сковородку наливаем немножко растительного масла, буквально столовую ложку, и отправляем лук обжариваться. Пока лук обжаривается, порежем грибы. Вот они у меня, в принципе, уже нарезанные. Я хочу чуть-чуть их сделать помельче. Лук обжариваем до полной прозрачности и вот такой легкой золотистости, скажем. Теперь добавляем грибы. Добавляю соль. И теперь буду обжаривать, помешивая минут 10. Если грибы свежие, шампиньоны, то нужно дождаться, когда выпарится влага, и потом их еще минутки 2-3 обжарить. Теперь нам понадобится отварная курица. Я взяла вот таких два небольших окорочка. Они у меня уже отварные. Кожа нам не понадобится, я ее снимаю. Но вообще можно и окорочка запросто заменить грудкой, например. Кому как больше нравится. Только нарезаем куриное мясо. Все отправляем в миску большую. Теперь сыр натираем на мелкой терке. Теперь яйца вареные нам нужно разделить на белки и желтки. И натереть на крупной терке. И теперь в отдельную тарелку натираем на мелкой терке желтки. Можно размять вилкой. Для заправки нам понадобится майонез. У меня майонез домашний, половину разбавлен натуральным йогуртом. Ссылочку на рецепт я, как всегда, оставлю под видео в описании. И теперь сюда мы выдавливаем через пресс несколько зубчиков чеснока. Ну, 2-3, я думаю, будет достаточно. Я вот уже один положила. Теперь тщательно все перемешиваю. И теперь осталось только заправить салат. Грибы обжарились и остыли. После этого я их добавила в общую миску. Заправляем и все тщательно перемешиваем. Потом попробую, если что, то досолю. Салат просто обалденно вкусный получается, но при этом он еще и очень сытный. Поэтому я хочу, вот, чтобы не так накладывать ложками, да, большими, а сделать в виде маленьких шариков такую порционную подачу. Поэтому я вот так чайной ложкой формирую маленький шарик. И теперь обваливаю его в желтке. И вот получается такой смешной желтенький шарик. Так. Такие очень симпатичные, аппетитные шарики у нас получились. Пробуйте приготовить, я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока, увидимся.